Всем доброго времени суток, друзья! Данное видео, как вы уже поняли, будет посвящено моей новой игровой компьютерной мышке Logitech G502. Ну а перед тем, как я расскажу вам о своем девайсе, друзья, хотелось бы отметить, что компания Logitech с момента своего основания в 1921 году занималась производством устройств ВОДА для компьютеров, ну и добилась невероятных успехов на этом поприще. Она являлась лидером в производстве клавиатуры и мышей, да и также является. А пользуется заслуженной любовью, ну и доверием пользователей по всему миру. Благодаря использованию самых качественных материалов, отличному контролю качества, ну и, конечно же, огромному опыту, Logitech создает самые надежные и качественные передовые устройства. Ну а теперь, конечно же, я расскажу вам о самом девайсе. Logitech G502 – это великолепная профессиональная игровая мышь, которая более чем соответствует требованиям даже самых требовательных геймеров и киберспортсменов. Высококачественный оптический сенсор вместе с уникальными технологиями Logitech по повышению производительности мыши и 32-битным ARM процессором сделали ее одной из самых быстрых и точных в мире. Сенсор с уникальной точностью передает каждое движение ладонью, а также позволяет настройку скорости перемещения курсора от 200 до невероятных 12 тысяч DPI, что будет очень кстати. У мышки есть удобная кнопка снайпера, которая позволит при зажатии понизить DPI для более точного прицеливания. А что же такое DPI? Может быть, у вас возник такой вопрос? Я вам отвечу простым языком. Это обычное разрешение мышки, ну то есть количество шагов, которые она проделывает на один дюйм. Сама мышка очень удобная и прочная. Прекрасно подходит для любого жанра игр. Однако создавалась она в первую очередь для любителей шутеров от первого лица, где важна точность и скорость. Ну, Logitech отлично подходит не только для использования с высокими показателями DPI, но и с низкими, что очень популярно среди профессиональных киберспортсменов. Друзья, также у мышки есть 11 программируемых кнопок, позволяющих получить еще больше удобства и контроля при использовании. А качественные ножки с повышенным содержанием тефлона помогают мыши отлично скользить практически на любых поверхностях. Ну и конечно же настало время поговорить об уникальных особенностях этого чуда. Вы не поверите, для настройки цветовой подсветки доступна богатейшая палитра из практически 17 миллионов оттенков. Невообразимо, не правда ли? Также можно задать параметры для выключения подсветки, ну когда система, допустим, не используется. Кроме того, программное обеспечение позволяет синхронизировать режим и эффекты подсветки с другими игровыми устройствами Logitech. Таким образом, ну чтобы на них была одинаковая подсветка. Только подумайте, теперь вам подвластны вес и баланс мыши. Вы можете настроить мышь так, как вам нравится. В комплекте поставляется 5 грузиков, которые можно поместить с задней части мышки, по 3,6 грамм каждый. Вы можете полностью настроить мышь по своему вкусу. Ну а в заключение, друзья, мне бы хотелось бы отметить сам дизайн данного устройства. Он не дает мне спокойно вздохнуть с первого дня приобретения. Я понимаю, конечно же, что есть такая поговорка «на вкус и цвет товарищей нет», но покажите мне хотя бы одного человека, которому не придется по душе внешнее оформление устройства. Я думаю, такого вы не найдете. Ну и конечно же, хотелось бы вам выразить огромную благодарность за просмотр. Если вам понравилась моя новинка, и вы бы хотели приобрести ее для себя, ну тогда ставьте лайки и переходите по ссылочке в описании. Огромное вам спасибо, с вами был Диман, всем удачи и до скорых встреч.